мы подходим к краю канала. Тут птичье царство. Утки, гуси и наши красавцы-лебеди. Ну и мы, два лебедя, конечно. Мы самые красивые из всех лебедей. Кормить мы не будем. Было постановление. Птиц не кормить. Мы законопослушные. Мы их не кормим. Во-вторых, у нас ничего нет. Пару фудстемпов, может быть, только кинуть им. Сейчас я его поближе. Ну-ка. Ну, крылышки давай распусти. Крылышки давай. Ха-ха. Ну. Нечего. Мы все такие попрошайки. На вас закон о майнорите не распространяется. Нечего вас подкармливать. Пока.